Каждый человек волен делать свой собственный выбор. И желательно делать это, не опираясь на некомпетентные догмы и этику корпоративных отношений. И возможность выбора реализуется в автомире на все 100%. Кому-то необходима элитарность, если деньги есть, пожалуйста. Кого-то привлекает внедорожная амбициозность, и это тоже есть. А кто-то хочет купить легендарную безопасность и надежность, и это Volvo. Мы приехали сегодня сюда, на Доменщиков 5, для того, чтобы начать разговор о деятельности, прошу прощения, не начать, а продолжить разговор о деятельности фирмы Кристина Авто, одного из самых известных предприятий города, занимающихся автомобилями. Потому как это, пожалуй, один из первых же дилеров, официальных дилеров города, он им остается, и вот сейчас это еще и дилер фирмы Volvo. Ну, а для нас Кристина Авто – это старые друзья. У меня, конечно, были и друзья, и приятели, но приятели отличаются от друзей, понятно, чем надежностью. В автомобильной среде, конечно, приятелей нету, но существуют, скажем так, одноклассники. Чем одноклассник отличается от автомобиля Volvo? Давайте просто заглянем под капот. Я сам удивился. Казалось бы, двигатель 1.6, который, ну, не должен вас ничем удивлять. Но, тем не менее, меня он удивил. А чем удивил? А качеством исполнения подкапотного пространства. И это уже действительно друг, настоящий надежный друг. И при этом друг, хотя друзья и не покупают, но по вполне конкурентоспособной цене. И этот Volvo C30 стоит, ну, немногим более 690 тысяч рублей. Что-то примерно похожее в исполнении, ну, других, скажем так, фирм гораздо дороже. А это и стиль, и комфорт, и надежность от Volvo. И все-таки и опять вопрос качества и безопасности. Есть такая страна, победившего социализма, и с самым высоким уровнем жизни в мире. Так вот, это Швеция. И только представьте себе, какие автомобили для себя делают шведы, если даже в самой автомобильной стране мира они получили и признание, и почет. И даже просто сев в салон бесспорно лучшего семейного авто, качество и выдержанная стильность чувствуется с первых секунд. И претензии настоящего надежного семейного автомобиля на Citroen Premium более чем оправданы. Потому что, ну как еще по-другому назвать всю электронную начинку? Я вам так скажу, что тот космос, который можно было только придумать, это все опции. Но не будем перечислять, хотя, казалось бы, такие вещи, как круиз-контроль, полный климат-контроль, типтроник, возможность говорить по телефону, Bluetooth, это все есть. И, соответственно, опять же, возвращаемся к цене. Цена S80, самой мощной и надежной машины, опять же, это не мои слова, это комментарии специалистов, потому что по безопасности Volvo, извините, все-таки рулит. Это 1 500 000 рублей, ну, в топовой комплектации. Опять же, берем ваши все амбиции и ездим везде и всюду, и сравниваем. Найдете ли вы одноклассника такой ценовой категории? И объективности ради заметим, в этих машинах сочетаются понятия экономичности по движкам, вместительности по салону, стильности по дизайну и амбициозности по назначению. И все эти признаки автосегмента бизнес присутствуют в каждом наборе вольвовских цифр. Но еще раз остановимся на любимом. Тот самый знак самца, который расположен на фальш-решетке радиатора, говорит о том, что в этом автомобиле очень большие амбиции. И вспомним, как позиционировались европейские автомобили еще 10 лет назад. Ну, Mercedes – это шикарно, BMW – это быстро, но Volvo – это надежно. И автомобили Volvo выбирали для себя, ну, как семейный автомобиль, потому что больше него по объемам был разве что Ford Scorpio. Но вагоны от Volvo рулили и на дорогах старого, и на дорогах нового света. А сегодня Volvo – это не только та же самая надежность и безопасность, между прочим. Это широкий ассортимент двигателей и возможность у вас выразиться как драйвера. Есть варианты на механике, есть на автомате, есть и очень серьезные турбовые версии. И дизельные, конечно же. Ну, а мы остановились на версии от Volvo с шильдиком S60. И скажем, что среди одноклассников, ну, вряд ли кто может похвастаться
такими объемами салона. Было бы несправедливо не прокатиться на автомобиле вот этого шведского производителя, который представлен фирмой Кристина Авто. И прежде чем мы начнем рассказ по конкретно Volvo XC70, я скажу, что есть фирма, которая делает лучшие в мире универсалы в Европе, и это фирма Volvo. Никто другой таких универсалов не делает по вместимости. И еще автомобили этой марки, ну, с шильдиком V, являются самыми сексуальными автомобилями мира. Ну, потому что только глупо не поймет, чем американцы занимаются в универсалах. Дальше идет Линкольн Таункар. Ну, и теперь по существу вопроса. Да, ура, в городе появился одноклассник, причем одноклассник с очень крутыми амбициями, с двигателем 3.2 на полном приводе, и это универсал. Ближайшие друзья, коллеги, скажем так, это Audi Allroad и, соответственно, Subaru Legacy Outback. Но Audi Allroad стоит практически на 300 тысяч дороже, а Subaru Legacy Outback такими амбициями, таким и такой харизмой не обладает, скажем так. Что внутри и что снаружи? Ну, снаружи это дизайн классика, устремленная далеко вперед. Потому что космос – это, конечно, хорошо, но классика стильная, совершенная и узнаваемая. Это мне больше нравится. Я всегда хотел попробовать, что внутри. А внутри мне понравилось еще больше. Я сторонник большого объема салонного и хорошего оснащения. И в качестве оснащения, кроме потрясающих систем безопасности, которые по-своему по-вольвовски маркируются, ну, то есть это две фронтальные подушки безопасности и очень много чего еще, это системы, соответственно, которым должен оборудоваться каждый полноприводный серьезный автомобиль с задатками сегмента премиум. Это помощь при спуске, это, соответственно, системы курсовой устойчивости и стабилизации движения. Это все в Volvo присутствует. И не надо забывать, что позиционируется автомобиль как самый безопасный и самый надежный, между прочим. Почему нет? Стоимость этого автомобиля с двигателем рядом 3.2, ну, немногим более 1 300 000 рублей. Где брать? Конечно, это Кристина Авто, официальный дилер. Его мне нравится этот дилер. И теперь и для нас не зашел самец под маркой Volvo.